Доброе утро. Да. Садитесь. Сегодня у 3-го В по плану урок литературного чтения. В разгаре знакомство с творчеством мамина сибиряка. Третьеклассники не просто слушают своего учителя, активно участвуют в обсуждении. Елена Насонова это приветствует, ведь именно так рождается истина. Ученики это ценят. Елена Юрьевна мне очень понравилась. Она справедливая и всегда говорит, чтобы мы не гоняли впереди нее. Потому что мы иногда быстрее нее и делаем то, чего не надо делать. Вы ее слушаетесь? Да. Не случайная случайность, о педагогическом даже не думала. Поступила заодно с подружками. Сомнения у Елены Юрьевны оставались даже тогда, когда впервые перешагнула порог класса в качестве учителя. Это было 36 лет назад в Одинцовской школе номер 3, которую она окончила сама. Наставником моим был мой первый учитель Адыванна, как сейчас помню. И вот начинала я вот маленьким, как говорят, птенчиком. Но мне повезло, у меня вокруг были очень опытные наставники, которые всегда помогали, к которым я всегда могла прийти посоветоваться. И на их опыте я набиралась сама. Теперь и она может быть наставником. Ее педагогическое кредо – не навреди, а помоги. Елена Насонова уверена, это самое главное. Проработав уже столько лет, я поняла, что это мое. Это мое. Когда детишки приходят и не умеют ни читать, ни писать, а выходят у тебя на выходе грамотными, читающими, пишущими, и я этим наслаждаюсь своим итогом своей работы в 4-м классе. В этом году Елена Юрьевна решилась на участие в конкурсе «Педагог года». Его участники демонстрировали членам жюри свои методические наработки, проводили открытые уроки, защищали проектные исследовательские работы. Последний этап был самым сложным, признается конкурсантка из 6-го лицея. Но и он оказался ей по силам. Прикладывала силы, желания, показывала все, что наработала за всю свою педагогическую практику. Но не ожидая неожиданной, что первое место. Но это здорово. А вот для ее учеников, нынешних и уже давно окончивших школу, этот результат ожидаемый. Для них Елена Юрьевна больше, чем просто первый учитель. Впрочем, их поддержка и добрые слова ей еще пригодятся. Ведь теперь учительница начальных классов из 6-го лицея будет представлять Одинцовский округ на региональном этапе конкурса профессионального мастерства. Полина Бахова, Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».